И если ты хочешь совершенно бесплатно получить новый пак агента Карася на свой аккаунт Fortnite, то тебе необходимо быть подписанным на мой канал, ввести мой тег автора Green Suit магазин предметов и поставить лайк под данный видеоролик. Розыгрыш пройдет при достижении суммы 3000 подписчиков на моем канале. Ну а сейчас наливайте чаек, садитесь поудобней и приятного вам просмотра. Всем привет, ребят, Киберспорт на месте, и сегодня, 25 марта, в 4 часа дня, подъехали новые испытания к скину Оро, и сам скин тоже завезли в магазин предметов. И вы можете спросить меня, что может быть интересного в этих испытаниях, а я вам отвечу, за выполнение их мы сможем получить совершенно бесплатно на халяву 2 предмета в игре Fortnite. Первый предмет — это золотая обертка, она очень прикольно смотрится на всех стилистических предметах Fortnite. И кирка тоже очень клево выглядит. Пишите в комментариях, что вам больше понравилось, кирка или обертка. Мне будет интересно это узнать. Ну а сейчас давайте перейдем к самим испытаниям. Данные испытания сейчас вы можете наблюдать у себя на экранах. Они выполняются очень просто, но все же, я думаю, у некоторых могут возникнуть какие-то проблемы. И чтобы у вас их не возникло, слушайте меня, и у вас все получится. В первом задании нам необходимо помогать союзникам устранять врагов. Данное задание выполняется очень просто. Все, что вам необходимо, это запуститься в режиме командной потасовки, запомнив комнату. Так, наносите урон врагам со своими тиммейтами и устраняйте их. Всего вам необходимо сделать 10 киллов, и после чего данное задание будет выполнено. Так, легко выполнив первое задание, сразу же переходим ко второму. Здесь нам необходимо сыграть 10 матчей со своим другом. Просто пригласите своего друга к себе в комнату и сыграйте с ним любых 10 матчей. Ну а если вам не с кем сыграть и выполнить данные испытания, вы можете вступить ко мне в группу в Дискорде, в группу ВКонтакте, ссылочки находятся в описании. А также я разрешаю вам написать комментарий, чтобы найти себе пати. В третьем задании нам необходимо нанести 1000 урону врагам. Данное задание выполняется очень просто. Запускайтесь в режиме командной потасовки и устраняйте там врагов и наносите им урон. Так вы легко выполните данное задание. Ну и самое трудное испытание, по моему мнению, это зарабатывайте 40 медалей. А зарабатывать данные медали вы сможете, отыгрывав полностью все матчи в игре Fortnite. Итак, доживая до малого количества выживших в игре, вы будете попутно зарабатывать медали. Но точно знаешь, что данные медали вы будете зарабатывать за ремейн, количество выживших в матче, и начинаются они с 25 человек. Также делайте много киллов, открывайте сундуки, и вам тоже будут выдаваться данные медали. Ну и так, выполнив данные испытания, мы получаем с вами совершенно бесплатно два очень прикольных предмета – кирку и обертку. Ну а вы, в свою очередь, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. С вами был Гринс, ну а я пошел готовиться к завтрашним испытаниям. До новых встреч!